целом, но тут еще пока не ясно, против кого это Queen of Pain будет стоять. Вот в чем проблема. И я так понимаю, это Axe of Flame. Ничего себе. Тут, в принципе, еще руки открыты в целом. У FTD клопа, они могут себе добрать, что хотят. Все, что хотят в целом. Есть еще позиция кор-героя, есть еще мидер. Но это инвокер, да. Здесь, в принципе, гадать не стоило. Инвокер будет, я думаю, здесь очень хорошо смотреться. Ну и лоун-друида себе забирают. И хоум. Интересный пик в целом, но мне пока пик FTD нравится больше. Укрепить это дело хорошим кор-героем сверху. Или это Акс пойдет на кор-роль? Вот в чем проблема, вот в чем вопрос. Часто мы видим такие игры, где фармящий Акс выфармливает свое айтемы, и потом идет просто и ломает лица. Так, я пока с вашего позволения немножечко альтабнусь, посмотреть, как у нас все работает. Да, да. Ну что ж. Да, возвращаюсь я, посмотрел все по звуку, вроде как бы нормально должно быть. Но я думаю, если у меня будут какие-то косяки, в чатик мне всегда напишут и даст знать. Чатик у нас самый лучший, как всегда. Ну и думают над Last Ban'ом FTD. Ну что, здесь все, нужно забанить еще одного хорошего саппорта под лоун-друида. Винга уже в бане, Вич Доктор с отхилом также в бане. Что еще может зайти неплохо в целом? Какая-то фиксация, я не знаю. Да нет, вряд ли нет. Не знаю, честно, что тут еще можно из саппортов добрать. В принципе, все перебанено, даже Doom и Бесмастер, так что... Дизраптор, да, да. Это, наверное, единственное еще. Все, что... Единственное, что осталось какой-никакой фиксации в виде там статик филда. Там сверху можно еще неплохо всех накрыть статик штормом. И да. Ну и что стоит забанить Ехому на Last Ban против FTD? Тот вариант тоже немного. Нужно банить какого-то кур-героя, который неплохо под все это дело зайдет. По тот же прокаст инвокера. Наверное, нужен кор какой-то с фиксацией, какой-нибудь а-ля Свен, не знаю. Ну, Свен, наверное, жадновато здесь смотрелся бы в целом. Твивер. Не думаю, что здесь мы увидели этого бы героя, но в целом-то герой неплох. Ну и что заберут себе на last pick Ехома? В принципе, у них есть еще минута дополнительного времени, могут себе позволить подумать. Я думаю, они этим делом воспользуются. Или же там уже есть план какой-то на игру. Нужен хороший саппорт. Саппорт для лоун-друида, который будет ему помогать стоять и выживать. И против того же Аксевича, который... Ну, хотя есть лоун-друида Savage Roar, который будет Акса прогонять, но это, опять же, все ситуативно. А этот баг пофиксили, когда там ага, если одновременно юзаешь Агар и Savage Roar, типа там это герой теряли, ну, игроки теряли контроль вроде как над игроками или нет. Вообще, что будет, если одновременно накричит медведь, и одновременно будет Агар? Они друг от друга побежат или что? Ладно, я шучу, конечно же, нет. Ну что, Миранка. Мирана на роль. На роль я не знаю кого. На роль... я уже потерялся в целом, куда эта Мирана пойдет. Я так понимаю, неужели это Мирана на кор-роль, на роль мейн-кэрри? Заезжает для Ехомов. Это получается, что лоун-друид пойдет в оффлейн, что ли? Queen of Pain в мид, Бэтрайдер в леса и Ромище Баунти Хантер. Ну, как-то странно немножко. Ладно, ну и что заберут себе FTD? Какой кор заедет для них? Это Faceless Void. Ну, недолго думаю, да, действительно, я думаю, все-таки от FTD мы увидим нормальное исполнение в плане хорошей хроносферы по хотя бы троим. В эту хроносферу накастует у нас неплохо инвокер, так что здесь все понятно.
Ну что ж, разбирают пока ребята у нас героев. Я там посмотрел чатик периодически. Альтабусь, надо бы себе второй монитор приобрести, чтобы видеть в мониторе 24 на 7, что происходит у нас в чате. Но ладно, не суть. Люблю общаться со смотрящими нас людьми. Ну что, давайте посмотрим по составам команд. В прошлый раз мы начинали с Ехомов, в этот раз начнем, наверное, с FTD. Товарищ Destiny сам, конечно же, будет играть у нас на Войде. В миде будет стоять Ин у нас на Юн, Юин на, конечно же, Инвокере. Кукибир будет играть у нас на Эрспирите, на Аксевичу будет в оффлайне стоять М. И на Энчантрас, конечно же, будет играть товарищ Айси. Ну и Ехом. У Ехомов на Бэтрайдере, конечно же, будет играть Ун. Непонятный набор китайских символов. Первый будет играть у нас на Миране. Фриз у нас будет играть на, конечно же, Queen of Pain. Кстати, сет у нее прекрасный. Классный сет. На крылышке особенно. Крылышки супер. Кого мы забыли? На Баунти Хантеры, конечно же, будет играть Звездочка. Второй непонятный китайский ник. Ну и на Лондруиде, само собой, будет играть Гувара в оффлейне. Да, действительно, жандовато как-то смотрится пику Ехомов. Посмотрим на реализацию, но в целом FTD в разы лучше. Ну что, будет ли у нас какая-то ранняя агрессия? Шальная какая-нибудь стрела по Destiny, чтобы тот там на пятибалочку в лицо поймал? Нет, не будет. Мы видим, Destiny просто отходит, отступает. Здесь у нас рунку контролит Invoker. На топе у нас забирает кто? Queen of Pain, понятное дело. Ну и начинается второй матч. Напоминаю, что еще раз, может быть, кто-то не в курсе, кто-то не смотрит вот на эти вот галочки-палочки, что счет 1-0 в пользу FTD, формат Best of 2, и это при любом раскладе последняя игра между этими двумя командами на сегодня. Ну что тут, Лондруид делает стандартный мув, отводит крепочков на себя, чтобы получать экспулечку. В миде у нас тут уже начинает. Кстати, нет вижена никакого на... Ой-ой-ой, вкатываются. Есть вижен, сори, не увидел. Я тут вардец. Проблема огромная у Элла. Элл поломал тут у нас не Элла. Баунти Хантер поломал у нас вижен. Но и проблема у Ина. Ин умирает. За Denial, что? Что? За Denial? За Denial Invoker у нас товарищ Кукибир. Отличная игра. ФБшечки в итоге у нас по факту до сих пор нету. Немножко не увидел я вардец. Простите, да, мой косячок. Уволен, я знаю. Можете не говорить. Да, ну в итоге вот такое вот у нас начало забавной игры. Давайте посмотрим расстановку по лайнам в целом. Ну, тут понятное дело, что будет ромить периодически Баунти Хантер. Также будет врываться периодически в мид Эрспирит. Здесь все ясно. На боте у нас Акс против, кстати, Бэтрайдера. Это у Акса могут быть определенные проблемы за счет того, если он наловит много стаков, да, ему действительно будет житься не сладко. Тут будет у нас еще ромище Патма, я так понимаю, со стрелой. Но она полулесная, я не знаю, да, судя по кларите, что она все-таки там крипов еще фармит своей стрелой. Тут Айси. Ой-ой-ой, Айси получает стан в лицо, но этого маловато. А там ФБшечка тем временем в миде. Да, все-таки забрали у нас Баунти Хантера. Баунти Хантер добегался, очень битый у нас Инвокер. Но в любом случае неплохо. Там еще торнадо было. Enchantress. Ну и на топе у нас будет Void стоять против Гувары. Но, знаете, хотел бы сказать, что Void не напрячь. У него есть, конечно, таймволк, все дела. Но когда получит Лондруид корни, могут быть огромные проблемы у Destiny. Так что тут у нас на боте проблемки. Проблемки небольшие у Мираны. Мирана, нужно бежать. Мирана выживает. Продолжается погоня за Айси. У Айси также могут быть проблемы. Firefly пошел. Тристак уже на Айси. На перерез летит у нас Ун. Айси гореть должен. Но хотя тут... Уже влетел Кукибирс, ну еще залетает жена, да еще одна тычка, и Айси отправляется в таверну, продолжается драка. Агр пошел неплохой по товарищу Уну, Ун пытается улететь, тут уже и также есть и стрела очередная по Кукибиру. Кукибир, скорее всего, отправится также в таверну. Один в один размен, продолжается драка, погоня за Аксом, Акс один против троих. Но нет, Акса не должны отпускать, там 4 стака, да, из-под такого не уйти. Даблкил уже для Мираны, казалось бы, уже есть у нее тапочек. Второй левел, неплохо сыграно. 2-0 счет, и вот вам роумище Мирана. Ну и тем временем на топе уже вовсю начинает разминать Войда. Неприятно ему, конечно, стоять там, пробивать очень сильно, но... Вот такое у нас бодрое начало. Ну и в миде в это время все это время фармил Инвокер. Хотел бы я сказать, но у Инвокера, кстати, все не очень хорошо. У него всего лишь 8 крепочков, а... У Queen of Pain, в свою очередь, уже
11, но не будем забывать, что инвокер один раз умирал, в смысле, не просто умер, а его заденайли. Тут у нас попытка выйти кого-то загангать, делал он друид у нас, да. Есть тут, если что, Урсевич клапнуть может, прыгнуть может Void, может вкатиться Эрспирит, но далековато уходит Гувара и понимает, что могут быть у него проблемы. Да, испалился уже Айси, так что ганг такой себе. Там в миде что-то... Ой-ой-ой, как больно залетел Санстрайка тем временем по Queen of Pain. У нее могут быть определенные проблемы, но нет, есть фласка, так что проблем не будет никаких. Рядышком также есть, если что, Миранка. Был на подсейве, если что, Баунти Хантер. Здесь все понятно. Ну и пока, в принципе, я хотел сказать... Я вначале говорил, точнее, что FTD клупа смотрится получше, но пока и, в принципе, и Хома неплохо себя проявляют в начале игры, но это опять же, это начало, начальная стадия игры, это ничего не значит. А не будем забывать про такую замечательную комбинушку в виде хроносферы, про каста инвокер и так далее, и это все действительно будет зависеть от этого. Вся игра в целом. Есть плюс еще есть Эрспирит, который может накидать там и камушков, магнетайзы всякие и прочие неприятности. Так что здесь такое. Ну что, пока у нас особо ничего интересного больше не происходит на карте. Обе команды фармят. Пытаются что-то сделать с Мирана, но ну, Миране действительно нужно попадать пятибалочками, чтобы делать какие-то киллы. Плюс там все по единичке пока вкачано, так что слишком мало урона. Проблемы могут быть у БХ. А БХ нужно бежать. У БХ есть, если что, Сентриа. Вижен есть, да, конечно же, на БХ можно юзать просветку, но нет, далековато у нас ушел Баунти Хантер. Большой у него мовспид, у него там есть Виндлейс. Так что не догнать никак. Ну и Enchantress. Enchantress никто не напрягает. Наверное, первостепенная задача Баунти Хантера — это напрягать вражеского лесника. Но это Enchantress очень мобильная. Она, как сказать, она очень агрессивная. Она выходила уже два раза. У нее есть, конечно, одна смерть, один ассист. Но в любом случае это не та инча, которая просто фармит лес. Вот она опять выдвигается на бот. Будет пытаться напрягать как-то Гувара. А там уже есть корни. А это уже огромные проблемы могут быть и у той же инчи. Поставлен вижен неплохой. Так что БХ пока со своей задачей не справляется. Напрягатор лесников. Но он тут Акса напрягать будет пытаться, я так понимаю, да. Но это себе дороже. Помигали. Заблочил с собой спот у нас Баунти Хантер. Должны понимать, что там кто-то есть. Команда FTD А. Ну и что, Enchantress все еще в позиции на воде. Ну что, будет выходить или нет? Прыгает Войд, хроносфера неплохая. У Гувара могут быть проблемы. Savage Roar сверху залетает. Санстрайк. Savage Roar потрачен. Time Dilation повесили. И еще одна тычка залетает от Enchantress. Это минус Lone Druid. Да, дождалась все-таки своего звездного часа у нас Энча. Неплохой. Неплохая реализация, но уже первый фраг за счет хроносферы. Так, тут подходит у нас Кукибир. И могут быть определенные проблемы у Баунти Хантера, если был бы тут какой-нибудь вижен. Но, к сожалению, пока я ни одного сандряка не вижу от команды FTD Клуб А. Как по мне, это упущение. Нужно, конечно, ставить, но вот на каких-нибудь таких вот а-ля подходах. Вот где-нибудь здесь неплохо ставить, вот здесь. Ну, чтоб ты, если уж прям не убивал Баунти Хантера, но, по крайней мере, контролировал его перемещение и просто догадывался, где он теоретически находится. Тут проблемы могли быть курьера. Баунти Хантер сейчас спалился, может за это поплатиться. Но нет, за это, скорее всего, поплатится у нас товарищ инвокер. Инвокера в лассо цепляют. Ой, какой хороший ультимейт. Залетает также по Эрспириту. У Эрспирита проблемы, нужно бежать. Агр, неплохой атакса, но Эрспирит также умирает. Минус 2 делает команда Ехом. Продолжается погоня за Эмом, но Эм здесь уйдет. Бегает Баунти Хантер. А что, он здесь хочет такса подрезать? Ну, ты это, друг. Ты что-то переоценил свои возможности. В итоге минус 2 делают нас. Ехом, мы не сказали, что прям много получили, но в итоге это хорошая реализация агрессии. И как-то подзажато себя чувствует FTD, но это пока, опять же, до поры до времени. Пока нет хроносферы, пока все еще фармит Void. Пока еще не такой сильный инвокер. Да, он один, у него не самый лучший счет, 1-2-1, 32 на 15 крипстат. Давайте посмотрим по нетворсам. Ну да, по нетворсу я бы сказал, что он сильно отстал. В принципе, он вровень идет с Queen of Pain, так что проблем особых не будет. Даже несмотря на эти смерти все. Так что здесь все еще нормально. Даже по графикам, наверное, если смотреть.
Да, мы видим, что ни особого преимущества ни одной, ни другой команды нет. Есть там небольшое преимущество за ИХОМ, но это крайне мало пока что. Так что Ран говорит, там на топе выход сейчас будет на Destiny, я так понимаю, пошла Дженада. Корни прокают только сейчас, пошел Таймволк, убегает у нас Destiny сам. Кстати, есть хроносфера, можно на развороте и поставить. Оп, хроносфера по Гуваре, должен быть залетать Санстрайк. Да, сейчас будут импетусы. Раз импетус, два тычка, башек прошел и умер у нас. Он друид, пошел под хил от Энши. Стан, боже, какая стрела просто залетает от Мираны. Умирает в итоге у нас Destiny. Прилетел сюда у нас уже Earth Spirit. Магнетайза нет, пошла просветочка по БХ. У БХ огромные проблемы. Ох, какой на развороте ультимейт просто Queen of Pain. Минус 3, сумме делает команда ЕХОМ. И нужно бежать козочки у нас. Козочки проблемы будут, если она не уйдет. А, в итоге неплохая драка. Безусловно, выиграли за эту драку очень много денег, в плане на 400 голды, 400 опыта побольше, на 400 XP голды также побольше команда ЕХОМов. Ну и опять же Мирана, Мирана себе, я как-то прохладно отнесся к этой Миране, но пока она себя очень хорошо реализует, она бегает гангайт, у нее счет 3-1, она по нетворсу далеко не самая, ну не самая низшая. Своей команде. Да, возможно, могли заехать герои получше, но в целом это же Миранка, она сейчас себе выфермит, я так понимаю, мидас какой-то. И будет потом выходить вайтом, и плюс не будем забывать, что есть такой замечательный герой, как Баунти Хантер, за счет которого можно всегда выезжать, даже если у вас не самый лучший старт. Опять же, трек-килл, и не будем забывать все дела. Ну и пока в целом все неплохо складывается для ЕХОМ. Но главное не нафидонить и не закинуть там в средней стадии игры, как они это любят делать. В прошлой игре мы это видели. Смог атака тем временем от команды ЕХОМ. Идут они в вражеский лес, могут вполне найти Destiny, но Destiny сложная цель слишком. Вот здесь вот бегает М. Битый М будет вкуснее намного. В позиции стоит Бэтрайдер на Firefly. Должен спалить сейчас это дело. Акс. Акс цепляет. Неплохо. Неплохая реализация. Блинкдаггер под стрелу. Да, и это минус Акс. Акс сгорел. Проблема у Destiny. Destiny там Дэлэшн повесил. Уходит в БХ в инвиз. И на таймволке также убегает нас. А воет. В итоге очередной фраг в копилочку ЕХОМов. И Акса проблемки. Там у Акса все скудно, к сожалению. У Акса там одни транквилы. Больше ничего такого сверху нету. Ключевых айтемов каких-то. И пока он бомжевато смотрится в целом. Да, и должны укрепляться потихоньку. Нет, 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 нет. Рано, рано еще, рано. Не укрепляются пока. Медасик появляется у нас у инвокера, да. Но вот уже хорошо. С немножко, да. Спас скрипочек с тем временем, товарищи. Инвокера в миде мог бы тут. Вот он пельмеш по крипочкам, но это нормально. Это нормально, это фармящий. Фармящий пельмеш. БХ, выход на инвокера, у инвокера проблемы, трек-килл, очередной в копилочку, команда ЕХОМ, ой-ой-ой-ой-ой, а это уже закидончики начинаются небольшие, как так, нет вижена на БХ вражеского на миде, это очень опасно так играть, но это, что, неужели тот самый у нас вой через билд, вангвард с всякими рединсами и так далее, ну блин, не знаю, медасик также появляется у Мираны, заметьте. Мирана с мидасом практически по одному таймингу с мидером вражеской команды. Это очень даже неплохо. Миран уже обгоняет даже Акса по фарм, по нетворсам. Так что у Мираны все очень хорошо в этой игре. Складывается в целом. 4-1 счет, да, это действительно. Это сильно. Тут проблемы могут быть у Кукибира. Тут пошел вижен, пошла у нас стрела. Стрела немножко неточная. Но тут есть вардешки, которые все это дело палят передвижение. Так что здесь понятно. Очередной пельмеш покатился по крипам. Ну и опять подходит у нас Баунти Хантеру. Могут проблемы быть у инвокера. Инвокеру неизвестно куда деваться. Ему и с лайна не уйти, опять же. Его запушат, если ты уйдешь. Ну и в леса идти тоже опасно, потому что вижен особо на БХ нет. Вот поставили нас. Наконец-то сентри поломали вражеский. Слава богу. Так, я слышу где-то Queen of Pain. Там у нас блинкуется на руну. Да, тут бегает БХ, дает вижен, детекшн. Видит, повесил трек. Ну и вот он, ходячий вард действия. И подзажались немножко у нас команда FTD, не знаю, что им делать. Ну, ребят, если вы не хотите драться, просто идите и фармите. Здесь стратегия простая. Это лучше, чем тратить время на бесполезное передвижение по картам. Нужен, безусловно, блинкдаггер Аксу, чтобы быть более мобильным.
Нужен какой-нибудь Dragonlance для Айси, также сверху не помешал бы. Что тут еще надо? Так, я слышу, там фармят крипов опять, да. Ну и тут у нас Лондруид уже начинает делать свое грязное дело. Кстати, что у Лондруида тем временем по дингам? Ой, хроносфера неплохая по Гувару, Санстрайк сверху. Увезли тем временем Кукиберу, Кукиберу не довезли до стрелы, все-таки выживает он. Повесил на него трек, но этого маловато. Немножко не доиграли у нас. Ехом в этот раз там стрела полетела, не дотащил. Товарищ Бутрайдер, но в итоге только потеряли Лондруида. Ну и что, ответный пуш от команды FTD-клупа. Собрались они впятером. Решили показать свою силушку. В миде стоит пока один... Не в пятером, конечно, в четвером. В миде стоит один инвокер. У инвокера могут быть проблемы. Инвокер на опять неточная стрела, но, скорее всего, так умрет. Да. Мега-килл уже у Мираны. 5-1-4. Боже, что она творит. Там забирает, конечно, Т1 по боту. У нас команда FTD-клупа, но... Это слабое утешение, когда ваш мидер просто 1-4-3. Крайне печально статистику инвокера. Загнобили его, конечно, очень сильно. Ну а с другой стороны, здесь это ключевой герой, который будет наносить урон. Как ни крути. Ну, именно в хроносферу, я имею в виду. В миде опять очередные проблемки у Айси. Айси! Sonic Wave отправляет в таверну. Ой-ой-ой, что-то как-то фидонить начинает у нас FTD. 12-5 и временем счет. Сейчас, скорее всего, потеряет в миде Т1. Хотя передвигается сюда вся команда уже FTD потихоньку. У Акса все еще нет блинка. Ему бы пофармить, вообще бы не драться. Если Акс умрет, то это будет полный провал. Подошел сюда уже Лондруид. Да, Т1 упадет. Пошла стрела. Стрела рядышком пролетела с Кукибиром. Было близко. Ну и Юл появляется также у... Queen of Pain. Что у нас по графикам? Я уже думал, что тут преимущество 1000 за 5, но, как мы видим, по голде небольшое. В районе 200 тысяч и по XP также 2,5 ведут всего лишь. Ехому так, что ничего страшного пока не произошло. Да, по фрагам они лидируют. Да, они там забрали тавер. Тут размен был на Т1 на боте. То есть все нормально. Но, есть... Все еще Баунти Хантер, не будем забывать. Есть Мирана, у которой все уже очень даже неплохо. Я так понимаю, это нет, это Мека. Это саппортящая Миранка у нас будет. Но, в принципе, с другой стороны, тут больше некому собирать особо этот айтем чудесный. Так что это надо. Безусловно, надо. На топе подходит у нас Гувара на пару с Бэтрайдером. Будут пытаться кого-то цеплять. Но там никого нет, так что не подцепить. Очередной глиф от FTD Клуб А, но тавер упадет. Понятное дело, медведь его очень быстро грызет. Мы так и не посмотрели, что там у медведя по айтемам. У медведя 6000 нетворса. Медасик есть, 2300 на руках. Но не самый быстрый рейдинс, так скажем. Да, действительно, не самый быстрый, но хотя бы к минуте, наверное, а-ля 19-20 должен появиться рейдинс. Так что медведю, безусловно, тоже пофармить нужно. Баунти Хантер. Есть у него вижен. Нужно поставить, да, безусловно, на вражеский лес. На вражескую территорию вижен. Ой, агр, какой атакса. Шикарная просветка моментально пошла. Санстрайк. И Баунти Хантер за это поплатился. Моментальная реакция от команды FTD Клуб А. Я слышал, где-то ультимейт Мираны пошел. Что, неужели будет выход какой-то в мид? Тут есть инвокер, да, очень вкусный. Хотят его забрать, безусловно. Инвокер надо бежать со всех ног. Проблема инвокера. Юл неточный. Классный юл по фаржу. Пошел у нас. Пошла у нас стрела. Стрела неточная также. Ну, такое. Я так понимаю, это квиккаст сработал немножко неточно на фаржа. Ну, ничего страшного. Бывает. На ближайший таргет. Проблемки у нас тем временем у Destiny. Destiny поступили в лассо. Стрела также залетает в него. Очень много всего вставали. Не пожалели два ультимейта, но оно и правильно, умирает в итоге у нас Void, подняли ветра тем временем Инчу, у Инчи будут сейчас проблемки, пошел у нас очередной Scream of Pain, пошли виспы, трек висит, два стака, но очень быстро Инча, там она отхилялась, тут еще Кукибир, на развороте Магнетайз закидывает, очень больно у нас и Хомом, но, к сожалению, FTD больнее, у Кукибира также проблемы, стан он получил в лицо, также умирает, это... 14-й фраг в копилочку команды Ехомов. И все у них очень даже неплохо. Опять же, это все под треками, не будем забывать. Все киллы были под треками.
А там трек, к сожалению, конечно, первого левела, но в любом случае приятно. Халявная голда, это всегда неплохо. Там 40 голды, но все же. Ну и опять же, несмотря на весь фит от команды FTD, несмотря на то, что счет не в их пользу, мы видим, что 5000 по голде преимущество за ихомами, 4,5 по XP, это все легко отыгрывается, если не за один, то за два замеса вполне себе, особенно на такой стадии игры, там как раз таки нужно просто пофармить, нужно нормально реализовать свою хроносферу как бы Destiny. Одна хроносфера там по нескольким ключевым героям команды ехомов, и это изи фраг. Так что не будем хранить, безусловно, FTD. Смоки разбивают они. Ну и посмотрим на их реализацию. Отправляются они во вражеский лес. К сожалению, скорее всего, там они никого не найдут. Хотя я поспешил, да, Фризи тут бегает. Могут быть у него проблемы. Фриз. Нет, все-таки уходит Фриз. На мид перетягивается вся команда. FTD, нужно пускать инвокера, не инвокера, а Войда вперед, чтобы он дал хорошую хроносферу хотя бы в двоих. Агр пошел по Фризу, Фриза проблемы, санстрайком накрывают. Прыгает Войд, хроносфера не в кого, в одного Фриза, который был в ветрах. Фриз умирает, ну хотя бы так. Хотя бы так, уже неплохо. Пошел ультимейт от Мираны. Нужно переждать, безусловно. Да, очень много, кстати, дали за Queen of Pain. 1100 голды, 1500 экспы. Сладенький такой таргет был, сладенький. Я слышу, где санстрайк пошел, тут только куда, непонятно. Помигали сюда на вард, что вижен все еще есть. Подходит Айси. Должен ломать или нет? Да. Поломали вижен. Так, я слышу, Бутрайдер полетел за Аксом. У Акса могут быть проблемы. Агр пошел, поцепили на лассо, увозит Акса. Акс! Акс, живи! Нет, Акс прожимает стики, пытается жить, но нет. Нет, нет. Очередной трекил в копилочку команды Ехому. Вот, потихонечку, помаленечку Ехомы набирают свое преимущество. Так что все у них очень даже хорошо. Появится скоро Мека у Миранки. У нее все прекрасно. Вот она уже летит готовая. А потом будут грифсы какие-то, так что Мирана вполне себя уже реализовала как герой. У нее отличный счет, 6-1-6. Самый результативный игрок, наверное, в команде. Да, тут даже Queen of Pain отдыхает. Ну и в целом пока все неплохо смотрится у Ихомов. Где Лондруид? Лондруид сейчас ключевая роль, по идее, в этом деле. Что там у него? У него там есть уже Sacred Relic. Да, есть Sacred Relic, есть у него там, я видел в стэше. Как раз таки Рэдианс, да, готовый Рэдианс у Лондруида на 21 минуте. Ну, не самый, прям сказать, что тайминговый, но в любом случае хорошо, что он уже появился. Так что огромные проблемы могут быть у команды FTD. Тут загрели тем временем Фриза. Фриз, Мека пошла сверху, Фриз не выживает, разрубает его Квиллинг Блейдом напополам. Акс вкатывается на Скукибьеру, улетает тут пока товарищ Унна Фаерфлай. Продолжается погоня. Мирана, загрели ее, не дают ей улететь. Проблемы будут у Мирана. Мирана очень вкусная, у нее стрик 6-1, боже мой, как ей сбили. Как ей сбили этот стрик, крайне неприятно. Также стрик был у нас у Queen of Pain. Два стрика сейчас забирает команда FTD Club A в свою копилочку. И сколько денег мы видим. Ну, к сожалению, только последнюю Мирану показали. Но я уверен, что они очень много отыграли за эти драки. Сейчас мы посмотрим. Да, мы видим, порядка 2500 они выиграли с каждого замеса. Также по XP примерно так. В этом же эквиваленте. Ну и что? Вот он, медведь. Медведь под Рэдиансом. Заходит на рошпит. Видит, что тут его бьют вовсю. Нужно либо медведя бить, либо Рошан. Одно из двух. Иначе вас просто тут сожгут, потому что вы все еще не особо плотные герои. Так что нужно быть аккуратнее. Ну и минуло 22-23 минута игры у нас пошла. Побоялись немножко бить FTD Клуба.
того самого Камнеголова. Но, кстати, есть хроносфера. Можно пытаться как-то навязывать драки уже под это хроно по КД. Где инвокер? Что у него там вообще есть? У него пока, к сожалению, ничего нет. Вот сейчас у него появится Аганим. И с Аганимом можно давать уже. Нулик, продай, он все равно тебе не нужен. Да, молодец, шарит парень. Теперь есть Аганим у инвокера. Можно давать нормальные раскасты, какие-никакие. Так что перетягивается опять же на бот инвокера. У него тут рядышком есть, если что, Айси. Ну и можно пытаться идти опять заходить на рожка. Расставлять только вижу нужно предварительно. Все это дело палит, периодически забегает сюда Спирит Бир. Очередной перемеш по крипам. Баунти Хантер бегает, дает вижен. Сейчас палится Айси, пошла стрела, я слышу. Но ни в кого не попадает. Убегает Айси, бегает рядышком также товарищ Аксевич. Проблемы могут быть у Вина, пошел ультимейт. Подцепили у нас инвокера, у инвокера огромные проблемы. Не должен он выживать, да. Крайне неприятно, что в очередной раз умирает инвокер. И теперь ждать хроносфера. Но толку-то от нее, урона никто не наносит в это хроно. Да, ты поймал Баунти Хантера. Баунти Хантера сагрили, просветка пошла. Проблема у Баунти Хантера, разрубили напополам. Но тут Соник Вейв на развороте, очень больно. Айси также больно, Дестани, Дестани уходит просто на лоу-граунд с таймволка. Ну и уходит вся команда FTD клуба. Потеряли они инвокера, взамен Ехому потеряли всего лишь Баунти Хантера. Это вполне себе хороший размен. Сейчас еще Т2 потеряют нас FTD, скорее всего, потому что здесь Лон Друид есть, который очень больно ее будет ломать. Фортификацию потратили, пошла стрела. Ой, Куки Бир поставился под стрелу. Пятибалочка залетает, но никто не пойдет. Или пойдут? Нет, не пойдут. Наверное, опасно все-таки идти. Лучше забрать тавер. Бежит Акс. Акс. Никого не сагрил. Вкатывается Куки Бир. Куки Бир. Залетает очередной камушек, ни в кого не попадает на развороте. Залетает уже Бэтрайдер, повесили тайм дилейшн. Пошла стрела неточная, продолжается драка. Магнетайз на развороте, какой у нас Scream of Pain. Очень больно Куки, Куки догорает. Пошел у нас Savage Roar, продолжается драка. Проблема огромная у Фриза, Фриз уходит на блинке, все нормально. Потеряли только одного Earth Spirit, Sunstrike. Sunstrike попадает, но все равно выживает у нас товарищ Queen of Pain. В итоге одного героя всего лишь смогли забрать Ехомы. Ну и задефали как-то Т2 свое в итоге команда FTD клуба. Диффуза появляются тем временем у Destiny. Самое. Ну, это вот хоть что-то уже есть. Хоть как-то можно пуржить будет врагов, замедлять. Да и плюс выжигание мана никто не отменял. Крайне приятное. Приятный бонус, так скажем. И плюс еще это статы. Статы, которые нужны как никогда тому же самому Войду. Ну что, начинают как-то агрессировать в ответочку команда FTD клуба. Могут подцепить, например, вот здесь вот Лондруид фармит. Но вижна нету. А нет, есть у них вижна. Они все прекрасно видят, да. Действительно стоит здесь Атаси. Вардец. Должны понимать, где находятся их оппоненты. Собираются они. Пятером FTD разбивает смоки, и сейчас будет самый ключевой момент. Ай, какой байт на иллюзии, просто, просто, боже ж ты мой. Должны были понимать, что с вас смоки же не спали, зачем? Ну, хотя не продолжать давить во вражеский лес, погоня, Бэтрайдер тут на Firefly, спали смоки, прыгает нас Destiny, поставил хроносферу по одному уну, уну проблемы, пошла прокаст инвокера, да, забрали они Бэтрайдера, продолжается драка, нужно хотя бы Spirit Bear забрать, да, 300 голды в копилочку также забирает команда FTD клуба, на развороте Sonic Wave, какой хороший Scream of Pain, но мало урона, не хватает, просветка пошла по БХ, у БХ огромные проблемы, нужно бежать, БХ запуржили, БХ также умирает, прыгает тут Queen of Pain, пытается давать Scream of Pain и свои, но этого маловато, если Шуагр. Загрели Гувару. У Гувары также огромные проблемы. Санстрайк не точный, но и так хватит урона, чтобы его забрать. Еще и Мирана подставляется. Боже мой, Сайленс навесили. И Мирана здесь тоже никуда не отправится. Ну и закидывать начинают Ехомы. Боже ж ты мой. Как все хорошо у вас вначале складывалось. Но вы просто закинули одну драку. Устроили конвейер гейминг. И это в итоге мы видим 4200 по XP, 2400 по голде. По графикам вся сейчас, ну я бы не сказал, что прям все в нулях, но очень много отыграли, конечно, все эти клупа. Заберут, скорее всего, также и Рошана сверху. Да, вот так вот. А выигрываешь, выигрываешь. А потом конвейер. Ну что, Рошан в копилку команды FTD клуб А. Забирает его инвокер себе. Что там летит тем временем для Войда? У Войда Яша. К
Хорошо. Яша — это крайне полезный айтем, безусловно. Опять же, статы дополнительные. Мейн статы. А где Лондруид, меня интересует? Лондруида пока только в Ледмерс и Рэдианс. Ничего сверху нет, так что понятное дело, что ничего, скорее всего, не появится сверху, да, так как у него 500 голды всего лишь на руках. Не скоро мы увидим что-то новое. Тут у нас Форстав, Блинк Даггер у Бэтрайдера. Queen of Pain купил себе тем временем. Аганимчик сверху своего Юла. Здесь все ясно. Блэйдмейл появляется у Акса. Вот это вот самый ключевой, наверное, айтем. Действительно, под прокаст, если поставится Queen of Pain, там в обраточку улетит очень много. И будет крайне больновато этому герою. Ну и что у Destiny? Destiny принес себе уже готовую Яшу. Что будет собирать, наверное, Манту. Будет крайне полезно. Пошел скан. Скан от команды FTD Клупа. Не наш... Нет, это был скан от команды Ехоум, причем в свои леса. Никого там они не нашли. Тут начинается пуш во всю Т2 по боту. Дефать, похоже, никто этот тавер не собирается, потому что я смотрю по карте Ехоума, вообще все далеко находится. Ну и что? Тавер будет падать, никто дефать его не хочет. Глиф прожали и... как по мне, неужели можно было бы попробовать на хайграунд пойти? У вас же есть Аегис, почему бы и нет? Там потратили глиф, не хотите попробовать? Или все еще вы считаете, что вы слабы? У вас есть хроносфера. Хорошая хроносфера — залог хорошего файта. Прыгает нас. Тем временем будет в мид, да, пытается дефать. Умигали на него, рядышком есть, если что, Мирана. И есть также Лондруид. Но пока боятся. Тысяча 600 появилось на руках тем временем у Гувары. Что он выберет далее? Укрепляться будет в какую-то керасу или пойдет в демош, какой-нибудь Мэлстром себе купит? Как вариант, не знаю. Мы это, думаю, скоро узнаем дружно с вами. Но уплотняться, наверное, стоит. Безусловно, потому что тут есть и кому с руки наваливать. Ну и тут смок-атака. Смок-атака от Ехомов во вражеский лес. Но там пока только один товарищ и... Но у него есть, кстати, если что... Аганим. Аганим, точнее, он же Аегис, конечно же. Аганим, ну и Аганим, и Аегис есть так-то. Но в любом случае, я был прав, но... Отступает нас. Инвокер понимает, что не видит он врага. Пошел тем этот Мираны. Moonlight Shadow. Ну что, в мид выход все-таки на Destiny. Destiny могут подцепить. Летит сюда тем временем Инвокер. Это сейчас будет полный каламбур. Инвокер должен давать какой-нибудь торнадо за сейв. Пошло торнадо неточное. Scream of Pain. Sonic Wave ни по кому. И в рассыпную команда убегает Ехомов просто. Хотя погоня продолжается. Курьера еще подрезали. Курьер там был пустой. Ничего страшного. Там я слышу агар. Никого не сагрил. У нас Акс. Так что, увы. В итоге провальный ганг какой-то от команды Ехом. Вовремя перетянулся инвокер. Там больше испугались инвокера, нежели он дал хороший прокаст, но все же. Дорога к пушу открыта. Все еще есть Аегис. Надо его реализовать как-то, разменять. Лучше, наверное, на тавра, а еще лучше там на парочку киллов. А в идеале и то, и то. Ну что, да, пошло лакрити, начинает пушить. Можно сюда сразу какие-то... Ой, агр, какой хороший атакса. Можно Spirit B разобрать, как вариант пошел у нас. Пошла стенка, очень больно Spirit B'ру. Я слышу Queen of Pain, прыгнула не точно. Хроносфера, Queen of Pain проблемы. Пошел раз, импетус, два импетус. Прокаст от инвокера, стерли просто Queen of Pain. Хорошая игра, пошел неплохой торнадо. Вкатывается у нас товарищ Кукибир. Какой Savage Roar прогоняет его крайне неприятно. Сейчас будет у нас Earth Spirit'у байбек делать у нас Queen of Pain. Продолжается драка, забрали Earth Spirit'а, продолжается погоня. Проблемы могут быть также у Enchantress и у инвокера. Им нужно бежать, безусловно, отсюда. Вообще очередной трек навесили, пошли. Пошел Сюрикентос, но этого маловато. Маловато будет, так что... Потеряли только одного земелью в размен на Queen of Pain и ее байбек плюс сверху. Нет хроносферы, да, нет прокаста инвокера. Можно продать Т2. Наверное, не стоит за него все-таки драться или все-таки хотят попробовать. Ой, подцепили у нас Акса, подцепили Айси. Акс, точнее, запрыгнул неплохо, цепанули Айси. Не самый лучший таргет, продолжается драка. Блэдмейл там под Блэдмейл просто развалило всех. Бласт очередной неплохой по Баунти Хантеру. Баунти Хантер умирает, пропадает Аегис. Продолжается погоня за Мираной. Мирану за Пурджа, лимана нет, чтобы липнуться, ничего сделать. Саундстрайк сверху, это минус 3 моментально от команды FTD Клупа. И можно идти пушить. Да, у вас нет Аегиса, но вы сделали очень хорошие минусы. И хотя бы можно пойти забрать Т2 по миду.
Безусловно, там не Акса цепляли, а Юми, просто там синхронно ворвался Акс вместе с Бэтрайдером под Блэкмейл, там неплохо разорвало своих оппонентов. Я подумал почему-то, что его цепляют, потому что Акс, наверное, самый лучший таргет, которого можно цеплять в лассо. Нельзя ни в коем случае оставлять без контроля. Ну и что, Т2 будет у нас падать по миду. Нету глифа, да. Он пойдет очень быстро, можно попытаться развести. Да нет, там уже все появятся, скорее всего, так что на байбек не разведешь. Еще работает бэкдор. Ну что, остался только один внешний тавер на топе. Там пытался работать медведь. Медведь тем временем понимает, что надо сплитпушить. Сплитпуш дота без дота. Безусловно. Ну и что там по этому? У медведя есть что-нибудь новое? У медведя появился гиперстоун. А это, скорее всего, будет как раз таки... Хотя нет, опять же, непонятно, что это будет. Может быть и Мьёлнир, может быть и Кираса. Но Кираса, наверное, более верный вариант. Дискорд тем временем скоро появится у Кукибира на Эрспирите. У Destiny самы 2400 на руках. Что будет собирать далее? Будет ли апать свою манту, хотел сказать. Конечно же, Яшу в манту. Или нет? Или оставит на байбек? Купил себе второй диффуза, да, скорее всего, да. Так оно и есть. Вторые диффуза летят для Войда. Есть перференс. Персик, короче, первый у инвокера. Перференс, господи. Персиверанс. Вот оно как. Простите, ребят, я все еще никак не проснусь. Да, безусловно. Ну что, собирается пятером офиди клупа. Надо бить смоки, в инвиз уходит инвокер. Выбирают они очень хорошее направление. Могут подцепить тут. Он летает один, пока одинешенек крылышками своими бяк-бяк-бяк. Также на руне сейчас бегает у нас Queen of Pain. Ну или Spirit Beer можно подцепить как вариант. Да, full snap пошел, Spirit Beer очень больно. Search Roar. Успеет ли уйти? Да, успевает. Отличная игра. Отличная игра от Лоу Друида. Ну тут ответный смок от команды Ехоум. И отправляются они во вражеские леса. И давайте смотреть. Сейчас все будет зависеть от врыва Бэтрайдера. Исчезните. Шикарный скан. От Ехомов спалили они своих оппонентов. И нужно идти, ребята, вы же знаете, где они находятся. Вы прожали уже ультимейт Мирана. Вы были готовы к последствиям. Врыв у нас будет сейчас на инвокера, да. Инвокера в лосо подцепили, огромная проблема. Инвокера сдули. Два ультимейта потратили, но на развороте-то... Да, без инвокера на развороте не поддерешься, конечно. В хроносферу дамажить, кроме Enchantress, особо-то и некому. Может еще там камушков накидать, но этого маловато. Зачастую. Нужно ждать инвокера. Слышу агр. Сагрили тем временем у нас товарища Мирану. Мираны проблемы. Ох, какая хроносфера хорошая по двоим. Забрали у нас Мирану, продолжается драка. Кукибира также грызет медведь. Проблема у Юма. Ума разрубили напополам. Также умирает Кукибир. Соник Вейв какой, боже мой, как больно Аксу. Аксу нужно бежать отсюда. Акса проблемки. Акс также умирает, продолжается погоня за Айси. Айси замедлили даггером. Даггер спину получает. Очень медленно его бьют. Пошел Сюрикен. Очередной Scream of Pain. Очередной даггер залетает за Пуджили. Пурджит, точнее, его тиммейт, товарищ Destiny, чтобы с него скинуть все негативные эффекты. Подняли тем временем ветра. Scream of Pain очередной, скорее всего, Айси тут тоже не уйдет. И это минус 4 в исполнении команды от Ехоум, конечно же, и Т2 в их копилочку. И можно идти на хайграунд. Нет, они выбирают направление в мид, там забрать внешний тавра, конечно же. Это правильная идея. Но, опять же, это все трек-киллы, не будем забывать. 3-4 трек-килла сейчас сделала команда Ехоум. Это очень много. По голде мы видим, опять же, все скакануло в нуля. По XP также все в нулях. И это нереальный камбэч, конечно же, от команды Ехоум. Ну и Т2 по миду тоже упадет. И вот мы видим, что без инвокера никак не могут драться FTD клуб А, и поэтому инвокеру нужно играть, наверное, осторожнее. И он это прекрасно понимает, покупает на себе Линкин сферу, чтобы не попадать инста в тот же самый лассо. Но там есть уже какой-нибудь форстав, я уверен, так что есть чем сбивать. Я не уверен, что это панацея. Да, есть форстав, если что, тебе собьют, как только прочекают этот айтем. Появляется Кирас тем временем у Лондруида, также собирает себе манту, у нас Войд. Появляться начинают айтемы, это уже хорошо, но этого маловато. Маловато будет.
худ появляется тем временем у нас у БХ. Я так понимаю, будет выход в пайп. Это очень хороший выбор за счет того, что там очень много магического урона, как ни крути. Который надо переживать в виде прокастов всяких инвокеров и Шива. Также сверху есть у Queen of Pain. Но я слышу ультимейт от Мираны, проблема огромная. Бэтрайдера заагрили, да, Бэтрайдер тут не уйдет. Хотя стал неплохой, залетел по Кукибиру, но все это дело выхиливает инча. А в итоге Бэтрайдер умирает, и нужно бежать Миране. Мирана это понимает, уходит просто в леса. Торнадо немножко неточное, рядышком пролетело. В километре, конечно, да, рядышком. Рядышком, да, нет. Ну и что, выход на Рошана от команды FTD Club A. Санстрайком. Хотел сказать, палит инвокер, хотя инвокер здесь уже. Это странный санстрайк был, если честно. Ну что, падает Рошан, за него драться Ехому не собираются, да и особо им и нечем драться так. Без реализации фул комбы в виде там лассо по ключевому герою, типа Войт или Акс какому-нибудь, или лучше инвокера забрить, тоже было бы неплохо. Без всего этого драться вообще не варик. Кстати, есть у Queen of Pain, если что, инвиз, можно его как-то попробовать реализовать, забрать какую-нибудь одиночную цель. Ну хотя, где тут одиночную цель найдешь? Все они бегают вместе. Мейлстром появился тем временем на своего андроида. Укрепляется теперь в дэмэдж. Будут молнии теперь летать. В замесах. Ну и что, минула практически 40-я минута игры. Мы видим, что графики в нулях по XP и по голде, так что преимущества нет ни за одной, ни за другой командой. В принципе, у них зеркальное расположение ТВРов. Здесь у нас биты Т2 на боте, здесь у нас биты Т2 на топе. В принципе, все ровно. Тут можно вот так вот проводить грань. То есть зеркальное отражение всего. Лотус Орб появился у Акса. И это очень хороший айтем в плане подсейва своих тиммейтов теперь. Это да, и проблемы могут быть сейчас небольшие у товарища Queen of Pain. Должны понимать, что смоки спали, нужно... Ну, чё это такое? Где просветка-то? Ну, как так-то? Вы же играете против БХ. Должны же понимать, что там кто-то в инвизе был, раз у вас спали смоки не просто так же. Ну что, будет ли выход или нет? Бежит впереди у нас Айси. Спалил это дело у нас тем временем Баунти Хантер. У Айси могут проблемы быть. Пошел ультимейт от Мираны. Пошла стрела. Стрелу я не вижу. Неточная. Пошла драка. Вкатывает у нас земелье. Неплохо. Вкатились у нас в Дестони. У Дестони проблемы. Фризи тут же. Хроносфера какая по троим. По троим хроносфера попала. Ну вот он прокаст от инвокера. Умирает у нас моментально Квин... Бэтрайдер. Также умирает у нас Мирана. Запуржили у нас Гувару. У Гувару проблемы. Выбили гем, Гувару нужно дофокусить, сверху ЕМП повесили, еще один импетус, да, также отправляют Гувару в таверну. Выживает все еще у нас Кукибир, делает блинка у нас Фризи, но понятное дело, что здесь никто не найдет. Но 1 в 3 размен, это неплохо. Выбили еще и гем. И можно отправляться в пуш-дорогу. Все еще есть Аегис у команды FTD Club A, конечно же. 3600 на руках у инвокера, ну, наверное, стандартный выход в Октарин далее будет или нет. Октарина очень хорошо смотрится на инвокере за счет очень большого количества откат скиллов. Ну, я в плане того, что это единственный герой. Ой, какой хороший у нас торнадо залетел по двоим. Просто подставилась Queen of Pain сама под это дело. Все, очередные ветра. Queen of Pain проблемы. Бластом ее сдуло. Просто продолжается погоня у нас за Bounty Hunter. Bounty Hunter заталкивает себя на хайграунд, но ему говорит, ум, нет, нет, не сегодня Bounty Hunter. Bounty Hunter также отправляется в таверну. Минус 2 очередные в исполнении FTD Club A. И можно сходить на хайграунд. Падает Т3. Байбек делает Queen of Pain. Сагрили неплохо товарища Бэтрайдера. У Бэтрайдера огромные проблемы. Бэтрайдер отправляется в таверну. Здесь уже есть, если что, Мирана рядом. Но тут драка продолжается. Проблемы у инвокера. У инвокера выбили Аегис. Это всего лишь Аегис. Т3 падает. Прожали гриф. Продолжается драка. Продолжают пушить у нас сторону команды FTD Club A. Мирана. У Мираны... Ой-ой-ой-ой, какой был опасный сейчас момент. Ой, забрали все-таки Акса с кримов Sonic Wave. Поднимает ветра себя у нас товарищ. Queen of Pain умирает. 100 секунд ее не будет. Это проблема. Байбек делает Bounty Hunter. Продолжается погоня на развороте. По треками все. Destiny на развороте. Какой хроносфера по двоим. Пошел прокаст от инвокера. Моментально сбрили Bounty Hunter. Проблемы у Гувара. Гувара тоже здесь никуда не уйдет. Стан, конечно, получает Кукибир. Но этого маловато. Одна Мирана, к сожалению, не в состоянии задефать все это дело. И, скорее всего, пахнет тем самым ГГ. Или нет? Или все еще потянут? 70 секунд. Ну, хотя нету инвокера, кстати, с Аксом, да, вполне себе. Войт такой себе пушер. Так что слабоватенько, слабоватенько отступает пока у нас FTD Club A. Ой, Стан еще получил на развороте Кукибир. Неаккуратно играешь, парень. Ну,
укатывается тут здесь. Роллинг Болдер, так что понятное дело. Неужели до конца Мирана пойдет? Да, у нее есть Аганим. Да, это минус Кукибир. Ну, что поделать. Ну и что мы видим по графикам такие? Мы видим, что в районе 6000 преимущество уже за командой FTD клуба, за практически 8000 по XP, также преимущество за ними. Огромные качели, конечно, были всю игру. Тут сначала лидировали и Home, потом лидировали FTD, потом все у нас было в нулях, а потом опять отыгрались FTD. Ну и в целом сейчас FTD смотрится очень хорошо за счет того, что товарищ Деста не дает отличные хроносферы. У него появился рефрешер. Рефрешер теперь будет на одну хроносферу больше. Ой-ой-ой-ой-ой. Проблемки. Проблемки у команды ЕХО. Но с другой стороны, задефали они сторону. Страна у них все еще стоит. Да, не без байбеков, но что поделать. Без этого никак. Иначе вы бы были сейчас с голым троном, скорее всего. Итак, на топе бегает у нас в инвизе товарищ Инвокер. Инвокер. Что за дебильная привычка называть его Инвокером? Я не знаю, у меня откуда она. А, Фризи. Фриз. Фриз, Инвокер, кто кого. Пошло ЕМП Торнадо, тут еще прожали Монлайт Шадоу. Можно отступить. Тут у нас тем временем проблемы небольшие у товарища БХ. БХ умирает. Даже хайграунд его не спас. Ну и по миду. По миду отправляется команда FTD клуба. Там нету глифа, да. Вполне себе можно добрать сторону. Пойти попробовать кого-нибудь потом подцепить в лесу. Либо заставлять дефаться. Да, действительно, смещается сюда лондруид. Будет у нас деф стороны, понятное дело. Катапульту приманила себе Айси. Катапульта гейминг работает. Пошли фаджи. Ну и начинает ломать милишный барак. Бэтрайдер в позиции, если что. Но пока далековато. Ой, Агр БКБшечку прожимает, подцепили Айси. Я слышу Агр на развороте, но этого маловато. Айси, скорее всего, умрет. Да, Айси умирает, даже Sonic Wave не пожалели. Гем выбили, кстати, из Enchantress. Это хорошо. И отступает пока команда FTD клуба. Хотя, все еще есть рядышком Destiny, которым может дать хорошую хроносферу. У него есть рефрешер, не будем забывать. Ой-ой-ой-ой, проблемки сагрили нас тем временем Мирану. Пошел прокаст от инвокера. Хроносфера по одному медведю, точнее, Спирит Биру. Маловато этого, конечно, будет. Так что в итоге забирает только одну Мирану. Агр, Атакса, неплохой у Гувара. Проблемки сейчас будут еще. На хроносфера уж теперь точно по двоим. Нужно какой-то проказ давать. Подняли ветра, тем временем Двокера продолжается драка. Очень больно Эму. Эму нужно бежать. Также Destiny здесь практически на лоу хп. Умирает в итоге у нас Акс. Забрали также у нас Инвокера. Убегает просто товарищ Destiny на лоу хп. Продолжается погоня за Кукибир. Кукибир, скорее всего, тоже никуда не денется, потому что есть трек. Минус 4 в итоге делают команда ЕХОМ. И пофижено от команды FTD Клуб А. Да, Валидол Гейминг продолжается. Мы видим, что 2000 практически выиграли за этот замес у нас команда ЕХОМов. Ценой всего лишь одного байбека Мирана. Ну и 6600 по XP. Это много, это приличная сумма. И можно отправляться в ответный пуш, пытаться выбивать байбеки. А у вас же есть лондруид, который гораздо лучше справляется с пушем, чем вся вражеская команда. Как мы видим. Ну и да, такое. Что там, кстати, лондруид себе купит? У него там 3000 на руках. Продает он. А, это Аганим. Аганим, да, действительно, сплит-пуш дота будет. Но это неплохо, это неплохо. Прыгает воет, опасно. Опасно играет молодой человек на развороте. Стан залетает по Айси. Айси говорит, просто постой там, пока лондруид вам ломает сторону. Байбек делает аксы, можно отступить. Т3 потеряли у нас FTD, а по миду. Летает Бэтрайдер. Рядышком есть лондруид. У лондруида скоро появится аганимчик. Может спокойно себе бить крипов где угодно. Ну и зажатые FTD. Не могут они пока выйти со своего респаума. Скоро появится Рошан. Буквально с минуты на минуту, даже меньше минуты, там секунд через 30-35.
И будет драка за этого Рошана. Прям вангую будет драка. В смоках тем временем отправляется FTD клуб А. Кого-то найти хотят. Есть хроносфера, безусловно, было бы неплохо подраться до этого. Сам Рош пошел скан. Неплохой спалился на Сакс. Сакс получил стан в лицо. Продолжения пока нет. Мунлайт Шадов подрубает нас тем временем. Товарищ Мирана подцепили Акса. Акса увозит очень далеко. Нужно его дофокусить. Акса! Соник Вейв. Акс умирает. Хроносфера. Опять же, по одной только Queen of Pain. Пошел про Каст Инвокера. Проблемы Уно. Ун умирает. Минус 2 делает команда Ехом. Продолжается драка. В ответочку забрали только одного бутрайдера. Проблемы у Инвокера. Инвокер тоже умирает. Минус 3 делают Ехомы. Бега здесь один Destiny. Destiny, к сожалению, все, что мог, он уже сделал. Нужно ему отступать. В итоге провальная очередная драка от команды FTD клуб А. Очередные 3000 в копилочку команды Ехом. Мы видим, треки работают. Как ни крути. Не сказать, что прям все были трек-киллы, но в любом случае не без этого. И мы видим по графикам сейчас опять все в нулях. Что происходит в этой игре? Скажите мне. В нулях у нас преимущество полностью. 10 тысяч отыграли у нас уже Ехоумы, так что все ровненько. Байбек сделал на Инвокер. Продолжается драку. Спиритбира проблема. Спиритбир. Ну да, неплохо его было забрать. 300 голды на халяву. Вторая хроносфера у нас ставится на Гувару через рефрешеру Гувары. Также проблемки огромные. Здесь Гувара по-любому не выживает. Потерял он гем. Это уже хорошо. Продолжается у нас погоня тем временем за Баунти Хантер. Баунти Хантер, тебе нужно бежать. Там же есть гем. Гем же есть. У кого там гем-то? У козы, да, у козы гем. Проблемки тем временем у товарища Queen of Pain. Вгрызается в него Акс на пару с Инвокером. Queen of Pain. Поднимай себя ветра, но это похоронная ветра. Разрубил Квиллинг Блейдом напополам Акс своего оппонента. Ну и что, Рошан в копилочку FTD клуб. А, не хотят проигрывать эта команда, безусловно. Бьются до конца. Все еще стоит сторона у них, не будем забывать. Но также есть здесь медведь, который работает, несмотря на то, что его хозяина нет. Ну и падает Рошан. Бегает тут очень опасно. Баунти Хантер может спалиться. И будет крайне неловкий момент, когда его найдет какая-нибудь инча с гемом. Также в позиции стоит, если что, Миранка. У Мираны все хорошо по айтемам. Там, в принципе, набор джентльменский есть. Пошла стрела по Аксу. Мимо пролетает. Не хватает точности. Немножко трек пошел очередной по Аксу. Акс отступает. Ну что? Все близится к развязочке. Сейчас действительно какая-нибудь одна хорошая хроносфера все порешает. Пошел ультимейт от Мираны. Нужно бежать. Акс. Агр неточный. Уходит Мирана. Ну и по миду, я так понимаю, выбирают направление команды FTD. Самая короткая линия. Ну и сейчас будет ключевой замес. Я так понимаю. Но, как гласит второе там, или какое третье правило доты, как правило, проигрывает тот, кто пытается первым зайти на хайграунд. Потому что преимущество хайграунда — это зачастую решающий фактор. Не в одной игре мы это уже видели, когда команды, казалось бы, доминируют, но при заходе на вражеское ХГ они просто этого не могут сделать, к сожалению. Тут Баунти Хантера бы забрать вообще бы шикарно было. Но нет вижена на него. А у Баунти Хантера есть вижен. Там прекрасно видели Инвокера под инвизом и не дотягивается. Стрелы, к сожалению, не такой радиус. Ну а тут медведь тем временем занимается тем самым, чем и должен заниматься. Сплитпушем. Не давать врагу заходить к себе на респ. И он очень хорошо с этим делом справляется за счет Аганима. Вполне себе. И мы видим, что команда FTD вся перетягивается на деф. Бот линии своей. Полснэп по медведю. Медведь. Проблемки огромные. Спиритбир, да, Спиритбир умирает. Очередные 300 голды в копилочку FTD. Нужно посчитать вообще. Жалко, нет у нас рекапа, но где по всем сумонам, по всякой гадости, которыми можно нафидить за игру, и сколько, посчитай, сколько ты голды принес своему оппоненту. Потому что 300 голды за каждое убийство медведя — это действительно много, это как за героя. Даже больше, наверное. Ну, хотя на такой стадии, наверное, нет уже, но в целом равносильно тому размену.
Аганим появляется у нас тем временем у Войда. Забрали Мирану там в лесу. Миранка подставилась. Проблемы сейчас могут быть в миде у Баунти Хантера. Пытается кого-то найти. Хроносфера все еще есть у Дестини. Погоня за Гувара. Если Гувара сейчас умрет, будут огромные проблемы. Прыгает у нас Дестини, ставит хроносферу. Пошла. Пошел прокаст инвокера. Вижу, там уже летит этот самый пельмеш судьбы. Прокатился он тем временем по лондруиду, отправил его в таверну. Ну и отступает пока у нас команда FTD. Нужно идти. Нужно идти разводить на байбеке, потому что время играет не на вас. Есть глиф. Там сразу на две стороны работает у нас FTD клупа. Да, забили на барак, сразу перетягиваются на топ. Будут его, скорее всего, забирать. Я слышу, Бэтрайдер подцепился временем в миде. Не в миде, а точнее у Destiny проблемы. Destiny забрали Акс. Акс врывается. Ну куда ж ты, Акс, под Т4-то? Я, конечно, понимаю, что у тебя есть Блэкмейл, но этого маловато. Минус 2 делает команда E-Home. Все правильно делает инвокер на пару с Энчантрас. Они и в эти драку и просто ломают сторону. БКБ прожимают Бэтрайдера. Нужно бежать. Проблемы огромные. У Айси проблемы. Айси можно продавать. Залетает у нас камушек. Неточные проблемки тем временем. БХ умирает. Третий фраг в копилочку команды FTD в этом размене. И отступают они пока. Хорошо, забрали Т3. Все правильно. Я не понимаю, зачем Макс врывается по Т4. Ну, поймали Войда. Я понимаю, ты хотел его засыть. Но там ты видел, что он не выживал. Ну и забей ты, отступи. Ваша задача сломать сторону, а не убивать врагов. Не раз мы уже видели, как команды на этом деле горели, когда уже, казалось бы, они в шаге от победы, но просто шли и фидонили на фонтане, и это крайне неприятно наблюдать в целом. Я понимаю, там раш игровой, все дела, но... Не надо так делать, пожалуйста. Да, затягивается у нас игра... Но я напоминаю, что у нас это только первый матч на сегодня. Преимущество в нулях. По XP, опять же, там небольшое преимущество за FTD, но это несущественно. Можно даже не смотреть. Да. Ну и 55-я минута у нас минула. А кто-то говорил, что изи 2-0 для FTD клуба. Ну и огрызаются очень сильно и хоумы. Не хотят они проигрывать в этой встрече, безусловно. Ну хотя бы отыграть одну карту хотят, чтобы была ничья 1-1. Пропал Аегис тем временем. Аегиса больше нет. И что, будем ждать теперь следующего Рошана, что ли? Нарисовал хитрый план у нас Мирана. Нарисовала. Ну, он. Потому что, наверное, игрок мужского рода все-таки играет на этом персонаже. Ну, а в свою очередь тут в инвизе находится инвокер. Будет попытка выйти куда-то. Летит Бэтрайдер. Бэтрайдера будут проблемки. Не точно. Торнадо залетает. Бэтрайдер! Нужно бежать. Нужно бежать. БКБ прожал у нас инвокер. Кстати, к БКБ кончится, можно подраться. После БКБшечки можно и подраться. Мирана в позиции, в ультимейте. Отступает вся команда FTD. Ну и начинается у нас стандартное китайское, не знаю, не Рошана стояние, оформление от Рошана до Рошана и попытка подраться с Аегисом, я так понимаю. Ну что, в пятером, в смоках, ехоумы. Отправляются во вражеский лес. Могут найти, кстати, всю команду, нужно заюзать скан. Есть ли у них скан? Да, у них есть скан, вот он пошел, но нет, немножко неточный. Так что... Ну, сейчас будет смог на смог. Легендарная встреча. Кто кого? Кто первее? Мирана. Давай, стрелу сразу, сходу. Миранка. Проблемки небольшие. Хорошо, за его дела. Агр прыгает. Мирана БКБ прожимает. Продолжается драка. Хроносфера по своим. 10 хроносфер из 10. Проблема огромная у Акса. Просто Акса стерли моментально. Продолжается драка. Прокаст от инвокера. Бластом всех расталкивает. Грифсы сверху. Пошел у нас пельмеш судьбы. Катится по всем. Проблемы также у БХ. БХ умирает. Один в один размен. Байбек делает Акс. Продолжается вторая хроносфера. Уже удачная. По троим ставится по врагам. Забрали у нас Queen of Pain. Забрали у нас Мирану. Забрали также Бэтрайдера. Продолжается драка. Гувара огромные проблемы. Гувару сагрили. Гувара, конечно, от такого количества урона никуда не уйдет. Скорее всего, Спирит Бир тоже умирает. Очень много здесь вывезли команды FTD клуба. Выживает только один Баунти Хантер. Байбек делает сразу Мирана, не думая. Ну и стоит отметить первую хроносферу Войда. Это просто шикарная хроносфера в своих же. То есть это классно, когда вы прыгаете и на своих, на троих героев ложите хроносферу, ребята. Это
Несмотря даже на такую провальную, хроносферу, FTD провели шикарный замес. Ничего не скажешь, Мирана выход на инвокера, у инвокера проблемки. Какие-то кульбиты здесь выписывал Миранка тем временем. Сагли ее, нет, неплохо уходим на темп. Хотел сказать, темп.